Я думаю, до 1 ноября мы с вами придем на эту трассу красивую, и тогда уже и движение откроем здесь. 15-го, еще раз говорю, как погодные условия будут, мы с вами должны запустить там движение. А почему 1-го? Автобусное. 1-го почему не удалось открыть? Вы обещали, что 1-го откроют. А кто обещал? Вы. Я? Посмотрите в свои эфиры. Мы все, и Иванов вам говорил. И это по графику, коллеги, 15-20 ноября это везде было. Ну что вы пристали с этой дорогой? Ну что вы пристали? Вот с этой дорогой. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим на эту дорогу. Ну вот это что, вот люди, а журналисты спрашивают.